Приветствую вас. Чтобы дать конкретные рекомендации, ну, более конкретные рекомендации на ваш вопрос, нужно сперва, наверное, лучше понять природу вашей проблематики. Вы говорите, как обновить отношения с молодым человеком? Да? Как вновь влюбить его в себя. Проблема заключается в следующем. На какой почве, вследствие чего, произошло, ну, я полагаю, уже совершенно очевидное, охлаждение к вам. То есть есть факт охлаждения к вам. Факт, судя по всему, очевидный, факт, судя по всему, явный для вас. И пока непонятно, как все вернуть. Спрашиваете вы. И к нам вы обращаетесь именно за этим, чтобы мы помогли вам вернуть то, что у вас было до этого. Но чтобы вернуть то, что было до этого, нужно понимать, а что вообще-то говоря именно было. Вот на данный момент это не очень понятно. Не очень понятно, что именно у вас было. То есть, если, например, была, допустим, любовь, и все было хорошо, и проблем никаких у вас не было, а потом резко произошло так, что мужчина начал к вам охладевать, то это, простите, происшествие влюбленности. То есть у мужчины была к вам влюбленность, и теперь она начала проходить. И нужно понимать, что процесс этот сам по себе естественный. Влюбленность имеет свойство затухать. В этом нет ничего необычного, в этом нет ничего ненормального. В этом это абсолютно правильно. Абсолютно естественный и нормальный процесс. Но что вы можете с ним сделать? Ответ прост. Вы можете вывести отношения на новый уровень. То есть, условно говоря, то, что вас раньше сближало, то, что раньше давало вам чувство, ну, единения, чувство взаимности, чувство любви и так далее, чувство некой гармонии. Сейчас этого нет. Этого нет почему? В силу ряда причин. О них мы сказали. Если вот все было хорошо, да, если никаких проблем между вами не было, и мужчина начал охладевать, это значит, что влюбленность прошла. Если влюбленность прошла, нужно возобновлять отношения на более высоком уровне. Подумать, чем, например, мужчина увлекается. Что, например, ему важно в женщине. Какие ему важно видеть отношения. Естественно, к себе. И дать ему это. То есть взрослые отношения — это отношения уже не суть влюбленные. Это отношения, основанные на спокойном принятии человека, на уважении его и на осознании того, что человек такой, как он есть. Нежелание его менять вообще в принципе.
Это если говорить про непосредственно влюбленность и отсутствие влюбленности. То есть здесь, по факту, если говорить именно про влюбленность, то здесь, по факту, вам нечего возвращать. Здесь, по факту, единственное, что, ну, что можно и нужно сделать, это на самом деле одно. Только как бы организовывать отношения на другом уровне, на более высоком, более таком осознанном, более духовном и, ну, как можно меньше, наверное, требует чего-то от человека, чего он дать вам не может, допустим. Это очень важный момент. Идем дальше. Идем дальше и говорим о том, что если у вас есть какие-то проблемы, ну, если проблемы там были, или проблемы в определенный момент появились, допустим, и в результате этих проблем, ну, случилось так, что мужчина начал к вам охладевать. Такое бывает. Значит, в этом случае вам нужно понять, как на мужчину повлияли данные проблемы. Как и, собственно говоря, почему. И постараться разрешить эти проблемы самым наилучшим, желательно безболезненным образом. Пока есть эти проблемы, можно говорить о том, что и между вами, к сожалению, тоже будут проблемы. Наконец, далее. В принципе, это несколько схожий вариант, но все-таки. Может быть такая ситуация, что вы совершили какой-то поступок. Заметьте, не проступок, а именно поступок. То есть просто что-то сделали. Просто как-то себя проявили. Неважно особо здесь как. И тогда мужчина в результате этого начал смотреть на вас по-другому. То есть образ той, кем вы были для него до этого, исчез. А вы стали для него совершенно иной. И это ему не понравилось. Ему не понравилось то, что он увидел. Ну, предположим, вот именно так все и получилось. Такое, знаете ли, тоже бывает. В этом случае вам нужно, если вы хотите мужчину удержать рядом с собой, то в этом случае вам нужно сделать следующее. Вам нужно, по сути дела, понять, а какой же образ ему нравится, какой же образ ему нужен, и дать ему этот образ. То есть, как видите, все не так сложно. Если мужчина хочет там чего-то, если мужчина имеет какой-то идеальный, некий такой идеальный образ женщины, которая рядом с ним должна находиться, по его мнению, то вот именно это вы ему и дадите. Ну, другое дело, что это может быть вам во вред. То есть то, что он хочет вас видеть, может быть для вас вредным. В этом случае уже вам решать, будете вы как-то действовать подобным образом или нет, полагаю, что это личный выбор и личное дело каждого.
Но вот именно так вам и нужно действовать. Именно исходя из моментов, именно исходя из определенных моментов, которые произошли в ваших отношениях. Понимаете? Только исходя из этого, можно вам рекомендовать что-то более конкретное. А пока непонятно, на почве чего произошло охлаждение, и, соответственно, непонятно, в чем проблема, раз непонятна проблема, непонятно, как ее решать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.